Доброе утро. Два кофе сделала. Один маме, один мне. Будем сейчас пить кофе. 7 утра. Мы уже работаем, да? Уже по две коробки перебрали. Держи. Тебе тортик тогда давай. С тортиком. Мне показывала я вам или нет. Вот эту красоту. Обалдеть, да, как красиво. Это фиалка, которую я покупала. Я уже, по-моему, это говорила 150 раз. Просто в маленькой такой рюмочке пластиковой, одноразовой. И даже не знала, какой это будет цвет, но он прекрасен. Сегодня пасмурное утро, и гром гремит ужасный. Где-то дождь точно идет. Мы с маманей... Папа пошел косить еще петрушечку, да, мы? Петрушки, и дождик уже начался. Хотя по карте с 8, да, я говорила? А тут уже, ну да, 7:30, да, сейчас. И уже капает. Бегут наши красавицы. Иди, покажись, красавица. Фиксик вас разукрасил. Да, это Симка нас разукрасила. Ой, какая ты теперь принцесса. Это ты бабочка? Зоя, иди, покажись. Какая ты меня красавица. Да? А там игры, наверное, были, да? Было весело? У Зои там были тоже большие. Были тоже? Да. Я пойду, у меня шоколадка. Заюня, а ты веселилась? Ты гуляла? А Толя наказали, почему он пошел гулять и пошел в школу. А, его наказали, он не приехал на ваш праздник, да? Кто? Нолик. Да, и его наказали. Это какой-то какой-то кошмар, да? А где Соня? В комнате, там троллей смотрит, идите посмотрите. Так, Соня, и давай, папа. Да, я положу здесь его. Давай. Маргоськи заплели. Покажи косички, задом повернись. Куда-то от глишки сдает. Две косички, как тетя Вера любит, да? Тонька, что там у тебя происходит? Мама, я завтракаю. Ага. Зоя, ты завтракаешь? Ты работаешь? Если вдруг у вас дома не оказалось яиц, то смело можете их заменить черным чаем. Это до 180 градусов на 20 минут. Что, там было мороженое? Да. И колбаса была? Не, мне если есть, вот там крем-брюле там нет. Нет, а какой там еще есть? Это просто шоколадное. А крем-брюле там нет? Вера, что есть вот это? Ну давай. А из него есть или нет? Ничего нет. А вот оно, как раз крем-брюле. А вот это. А из него есть? Это что? Все выходите на улицу. На улицу только выходите. Обувайся. Только на улицу выходите. У нас уже 12 часов. Будем обедать борщ, яйца вареные и компот. Сейчас еще разок воду поменяю. Сварила я свежий компотик. Я Сережа их обмыл, моих девчонок. А то грязные все бегали, да? Да. Давайте теперь одеваться. Я буду еще теплеть сидеть. Будешь теплеть сидеть? Да. И я буду теплеть. И ты будешь теплеть? Время нас мешать надо, но снаружи никакой... Большая семья. Вера, у тебя ложка есть? Большая семья. У меня есть, мам, как раз таки ложка. Тише. Давайте будем все кушать борщ со сметаной, яйца и хрен. Дедушка Алёша вчера так, нам передал. Быстренько все поели. И спать, да? Кто лёг спать? Я сейчас свой перчик попробовал, боже. Ну и как? И как мне тут? Пека. Ну, сладенькая, так во рту хорошо, да? Освежает, да? Бабушка, это для вас сладенькая, для меня. Ой, да ты сейчас еще будешь... Все спать? Да. А у них выбора нет. Да, в тонущей подводной лодке, да? А что ты тебе расскажешь? Опа! Я с вами. А вам не жарко будет, ребят? Может, да раскроются потом, ничего страшного. Все. Вы тоже ложитесь. И я сейчас ляжу. Да? А вы куда пошли? А я тут с вами.
Мальчик, ты проснулся? Да. А что ты там обул? Покажи. Покажи, что ты там обул. Чешки Антошкины? Да. Тебе они нравятся, да? Да. А девчонки где? Девчонки спят. Спят. А Афонька где? Афонька. А Григорий? Спит еще? Да. Все спят, а ты уже проснулся, да? Папа на работу уже уехал. Так папа только это. Девчонки здесь рисуют. Что ты рисуешь, Маргось? Я рисую красное небо. Красное, даже розовое. Я рисую маяк. Я рисую синий и оранжевый. Давайте рисуйте. Смотрите, если мешать все цвета, получится коричневый, да? Да, коричневый. Что вы тут собираете? Ты дом делаешь? Да. А Гриша что делает? Башню. Башню? А Зоя что делает? Зоенька, ты что делаешь? Домик или у тебя дорога? Дорога. Дорога? А, которая все крутится. Сделала? А ты сделал, сынок? А дом. Все, ребята строят, я тут на кухне все перемыла, посуду помыла. Да, сейчас осталось попылесосить мне быстренько тут. Ой, боже. У меня уши готовы, так что можно не бояться. Да. Покажи, тут заработало, детки сами здесь пристроили, да? А, ты Мишку посадил, он катается на качельке? Да. Ура, да? Я тут пока банок намыла, мы уже все повязали. И таких литрушечек, и трехлитровых. И тут отдыхают они. Что это за мальчик гуляет? Покажи. Что ты там делаешь? Покажи. Ух ты, это что там, дяди? Покажи. Прыгает. Афоне очень нравится в маленькое лего играть, да, сынок? Он тут все сам собирает. Что ты собрал? Вот покажи. А что ты собрал? Упал дядя? Опять упал. Опять упал? Да, опять упал. Идет человек, опять упал. Расскажи ты стишок, знаешь? Какой? Логово обелаживаем. Ты был в садике? Да. И какой стишок ты знаешь? Бавили, а там бау. Это песенка такая? Нет, она шатаня, ты знаешь? Таня. Ну, расскажи. Таня, бавили. Нела на гирвику. Наша Таня. Наша Таня. Громко. Маки. Уронила. Нела маки. В речку, нет, в речку мячик. Да. Тише. Танечка. Ты как Таня. Не плачь. Отплакала. Поломала. Не утонет. Не утонет Афанасий? Утонет. В речке? В речке кто не утонет? Мяч. Мяч, да? Да. А кто его достанет, мяч? Ага, ну. Так, мама, телефон даем сюда. И идем играть, и мама пошла одеваться на карате, хорошо? А мама ванит? Нет. Дома. Можно с папой дома. А мама обувь. А ты там маму все равно не слушаешь, окривляешься так. Так нельзя делать. А так ала? Нельзя. А ты где била? А я поеду на карате сейчас с Гришей. А ты где била? Ну я потом приеду, хорошо? А где ты? А я дома. Мама обувь. Нет. А кто обувь, мама?
Так, собрались мы на карате. Сейчас еще воды надо набрать и поедем. Уже 18:16. Григорий, поехали. Кепку не забудь. Ой, где я пропала? Где ты? А Фонечка с папой будет дома, да? Да где ты, сына? Вот ты. А дома. Ты дома, да. Ой, боже мой, вода. Пока, сына. Ой, я не помню, я показывала еще вот этот вот сарафанчик с Мадисан. Включи свет, Гриш. Вот так. Давай, ванну дверь закрой, чтобы не светило. Вот это тоже такой здоровский. Не, это не пойдет. Это не для карате. Вот для карате. В общем, короче, вот такой сарафанчик. И мы едем, да, Григорий? Вот Вась. Это кепка для карате. А, Гешка Леша позвонил, Антоша заснул. Ой, тут надо это брать... сметана и зелень? Лук. Он вкуснее? Да. Угу. Он, можно сказать, чист. Папа включил поливчик нам, да? Мокрое, конечно, отходи, сынок. Папа же поливает наш газончик. А, наши покупки. В общем, это мы купили в обычном магазине 0,5 килограмма таких слоек с каким-то джемом. 158 рублей за килограмм. А? Домой поехала тетя Аня с Барину. Сейчас она в магните как бы со скидкой по 70 рублей. Так 90 уже стоит. И вот такой вот, потому что мой папа не любит спагетти. Поэтому будем готовить и спагетти, потому что дети их очень любят. И вот такие вот спиральки, это для папы. Сахарную пудру. Новую скалку, которая вообще супер-пупер удачная. Она вот эта крутящаяся, мне вот такая нравится. Нет, это мамина. И она достаточно... такая длинненькая. 75 рублей стоила. Крышечки за 180 рублей. Нашли, если кому интересно. Я точно не знаю, но, по-моему, для Лени за 200 с чем-то. Или 200 просто. В общем, 180 у нас на мойке, где на рынке мойка. И там вот хозяйственный есть магазин, вот там за 180. Ричард чай в пакетиках был за... со скидкой 169 рублей, по-моему, 100 пакетиков. Все? Покупки. А, тук же еще, да? Гриша тук. Тук-тук. Тук-тук, ну, Гриша, кто дома есть тук? Тебе зеленью, да? А мне и с сыром я нормально. Я сметана и... Баба. Ты-то за маленькая Соня. Привет, сынок. Так, а я сейчас буду это закатывать... Камбоджа яблочный. Вот я выбрала все вот эти яблоки. Я прям руками, можно шумовкой. У меня просто здесь неудобно шумовка. И вот эту водичку теперь ставлю кипятиться. В общем, когда она закипит, буду закатывать. Так, ну что, вот у меня кипящая вода. Вот эта яблочная. И здесь банка со стаканом сахара. Просто чистая банка, стакан сахара и щепотка лимонной кислоты. Заливаем ее доверху и прям с горочкой, что называется. Надеваем крышку, она здесь немножко стечет. Вот, и все, закатываем и переворачиваем, укутываем, главное, хорошо, чтобы остывало. Так, все, получилось 3 баночки сока, все, их хорошо укутываем теперь одеялком. Всем привет! Уже темно? Да. Тогда всем пока, да? Пока. До завтра. Завтра тебе надо в садик? Не надо. Не надо? Да. Это хорошо? For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my